об изменении закона по вопросам рекламы. Этот закон в первом чтении уже принят нашими коллегами предыдущего созыва шестого. Он находится в Палате представителей со 2 августа 2019 года, и сейчас мы его готовим для рассмотрения уже во втором чтении. Закон предусматривает, что собственник почтового ящика, а собственником являются жители данного дома, вот, и рекламодатель, рекламораспространитель обязан по первому требованию собственника прекратить распространение той или иной рекламы на бумажном носителе. То же самое касается мобильных телефонах. Ведь не секрет, вот когда просматриваете какую-то информацию, да, может, просто происходит вброс вас, ваши мобильные телефоны, там идет какая-то реклама, которая вам абсолютно не нужна. Здесь тоже можно будет и нужно будет по требованию собственника мобильного телефона, и рекламораспространитель обязан будет прекращать вот эти вот вбросы. Вопрос о рекламе в средствах массовой информации. Первое. Ну, например, что касается иностранных телеканалов, мы вносим предложение о запрете, рекламы, кроме социальной, в иностранных каналах. Мы говорим о том, что вот, например, да, нам надо беречь детскую аудиторию и в детских передачах не злоупотреблять рекламой, поэтому мы как бы идем на умеренную подачу рекламы на таких передачах и ограничиваем по времени до 60 секунд. Если передача менее 15 минут, то там вообще рекламы не должно быть. Если она от 15 до 30, то можно в начале и в конце. Если передача продолжается более получаса, то каждое получаса можно вставить рекламу на 60 секунд, ну и так далее, и так далее. Но в то же время она должна соответствовать детской аудитории. Однозначно продолжается запрет на табакокурение, запрет на рекламу спиртосодержащих напитков, ну и ряд других. Реклама на стоящих прицеп по транспортным средствам. Да? Значит, многие начали использовать вот прицепы, полуприцепы, можно видеть где-то на остановках, на стоянках, да, стоит прицеп, и там типа сдаю квартиру на сутки и так дальше. Она стоит уже 3 месяца, этот прицеп. Как бы выгодно, удобно, не надо платить за рекламу, но это неправильно сегодня. Поэтому вот это в законе вносится изменение, чтобы такой рекламы не было. Я сегодня говорю о законопроектах. Какой окончательный вариант будет закона, это определит сессия, это примут решение мои коллеги-депутаты на сессии.